До Нового года осталось чуть более 3 недель. Предприятия и магазины украшают свои фасады. На площадях и городских улицах устанавливаются новогодние елки. Одной из первых зимнюю красавицу поставили на Театральной площади. Сейчас приступили к ее украшению. В этом году для главной новогодней елки специально купили новый наряд, состоящий из почти сотни ярких и разноцветных шаров. Как рассказали в городском доме культуры, елочка будет украшена в домашнем стиле, напоминающем новогодние красавицы советских времен. В этом году елку наряжаем чуть раньше обычного, чтобы поднялось настроение у людей, у жителей нашего города и гостей, чтобы площадь радовала всех новогодним настроением. К празднику на территории города установят еще 6 новогодних красавиц.